Здравствуйте. Сегодня будет видео про альтернативное питание своих молодых цыплят в ночное время суток. Ваши цыплята могут кушать мошкару, которая летит на лампочку в вашем сарае, и получать от этого очень ценный корм, который влияет их на рост и самочувствие. Они всю ночь вот бегают, едят всю мошкару, а утром они даже не просят кушать, сытые спят, ходят, травку щипают, довольны, ну и растут очень хорошо сытые. Альтернативный вид питания такой вот для вашего огорода, сада, фирмы, дачи. У вас вот будет хорошие и здоровые цыплята. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду скидывать более интересные видео про альтернативное питание домашних животных. Так что у нас много интересного впереди. Про курей, про рыбу. Ну и про скотину домашнюю. Круто. До свидания. Буду рад подписчикам. До новых встреч. Вот такие вот у нас жуки, цыплят. Сытые и довольные. Удачи вам и экономии денег. Потому что если они ждут с утра у вас голодные, то приходится затрачивать на них много. Если у вас их там не 7 штук, как у меня, а там 1000 штук, вы можете ночью включить лампочку, и они будут питаться, 1000 штук съедят мешок этих жуков и будут сытые с утра на целый день. Так что открываю вам маленький такой секрет про разведение домашних животных в виде курей. Удачи всем. До новых встреч.